меня была собака, и она умерла. Она была очень веселой. Я еще захотела собаку, а материальной возможности не было ее купить. Вот я до вас обратился. Мне очень про собака. Она игривая, красивая. Детей у нас четверо. Самый старший 21, а самый маленький только 7 месяцев. 2,5 года у нас была опухоль мозга. Нам врачи не давали никаких шансов на выживание. Ну, с Божьей помощью и с помощью людей и всего остального у нас вылечилось. И поэтому у нас до этого была собака боксер. И когда его были первые слова, когда он лежал без памяти, без сознания, это были Дик. Он именно хотел такую собаку. Ну, мы все обещали. Но он решил обратиться. Мы очень рады. Сбылась мечта детей. Это очень интересная порода, называется испанский алана. Собака, которая готова и защищать, и быть другом. Довольно легкая, подвижная, очень лояльно относится к детям, к людям. Ее можно содержать и в квартире, и в частном доме. Мы проконсультировали новых хозяев, как бы рассказали о породе, рассказали, как за ними следить, ухаживать, содержать. Как бы, надеемся, что собачка понравится.